На самой Украине сегодня ждут допроса в Киевской прокуратуре лидера националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока. На его сторонников милиция возлагает ответственность за побоище у стен Рады в понедельник. Между тем, украинский президент решил поискать виноватых на стороне и уже традиционно нашел российский след. В интервью британскому телеканалу Sky Порошенко заявил, что беспорядки под парламентом – часть кампании по дестабилизации, развязанной Москвой, которую она активно использует ультраправые группировки. Это, к слову, те самые люди, если говорить о партии «Свобода», кто активно участвовал в февральском перевороте, в результате которого Порошенко и пришел к власти. Пока глава государства ищет провокаторов, страна прощается с погибшими. Этим утром под Киевом похоронили еще двоих правоохранителей из тех троих, что получили смертельные ранения у Рады.